Всем здрасте! Слышали? Лес зовет. Вон он. Мы не удержались, приехали. Лес старый дальше будет, овраги и реки. Идем туда. Ноябрь месяц. На улице 4 градуса. Но мы не можем не послушать зов леса. Так, дошли до оврага. Вот ее прослеживается она, эта дорога. Короче, монета у нее какая-то. Прослеживается дорога, она шла через овраг. То ли здесь был мост? Ну, скорее всего, потому что... Хотя... Бог его знает. У меня тоже монета затертая. Это поздний советик, я аж мыть не буду. Вода у Любки, у нее тоже какой-то монетос. Нам вот туда, на ту сторону. Сейчас мы туда пойдем. Спустились во враг. Здесь прозвонили. Тут вот огромная железка какая-то лежит. Здесь сигнальчик был. Ну, это щитовичок. Потом будем отмывать. Дождь пошел. Еще не хватало. Короче, все, классика жанра. Дождь льет. Да и хрен с ним. Залез на гору, тут прямо она гора-гора. И с той стороны овраг с этой. Сигналов нет вообще. Спустился. Хе, совет. Сегодня день советов, что ли, получается у нас. Не пойму, какой год-то. 36-й, что ли. Ага, только уже после реформы. У Любки какой-то сигнал. Короче говоря, посмотрели вот эту холмину и вот сюда залезли. Ну, короче говоря, дорога шла внизу. Но попадаются только советы. Причем, чем дальше мы уходим, тем раньше советы. Тут уже 31. Ранний, да? Угу. Вот. Такой вот. Ладно, что, будем хотя бы советики собирать. Попьем сейчас чаю. Какие-то пакеты висят. Такое ощущение, что кто-то пометил здесь дорогу. Может быть. Вот. Ну ладно, нам туда. Попили чайку вот на этом чудесном бревне. Где здесь сигнал-то был? Вот двушка. Рядышком квадрат. Отмывать не будем, в воду не взяли. Ну, советики хоть, ладно. Так, перешли сейчас просеку. Она была на карте. Советы продолжились. 20 копеек квадрат. Ну это их не три особо. 54, 53, что ли? Черт тебя знает, будет здесь сохран какой-нибудь или нет. 53. Да нормальный сохран. А, вот это да, более-менее. Сейчас покажу, что здесь на местном пляжу. Так. Здесь понятно, выкислых. Хоть. Вот она продолжается. Видите, прогал такой. Сейчас покажу. Вот он. Она идет. Она и на Минде была, и где она только не была. Ям, кстати, нет. Нет, встречаются. Я не видел. Очень. Я не видел. Очень много. Ну, она, конечно же, копанная, но не сильно. Фу-фу-фу-фу-фу. Пойдем мы дальше прогуляемся. Ходим, нашли баночку от вазелина. Чего они тут есть? Еще, тюбик от крема. Вот, ну и копеечку. 6-й, что ли? Значит, она чуть-чуть вот сейчас здесь сгибалась. 6-й. Дорожка-то. Да, сегодня день совет. День трифидов. Почему трифидов? А была книжка такая, помнишь, день трифидов. Когда растения, я уже забыл, я в детстве читал. То ли растения... Да, по-моему, растения это, колонизировали землю, короче, своего рода. Слушай, не помню уже, что-то всплыло в голове. Слушай, у меня с головой совсем плохо. Чувствую, трогаю чехол от камеры, думаю, а где же камера-то? Угу. Думаю, неужели где-то забыл? Угу. А. В руках держишь. Вот именно. Мартышка. Подожди, а куда надо? Мартышка и очки. Так. 37-й. Рядом еще копеечка. 37-й годик. Та была 36-го. Та 36-го. Ой, а это хорошенькая. Угу. Это прям замечательная какая. Вот. Так, в кармашек.
Продолжаем натыкаться на дорогу. Она виляет, петляет. Как попадаешь на нее, сразу попадаются советики. Ранний 33-й год. Вон там. Вот. Ну хотя бы советики. Почему бы и нет? Не всегда же. Если бы все время прям налетать на такие места, на старинные, то вообще было бы зачетно. Но не всегда. Чуть-чуть сместились в посадки в Еловой, проверить их. Дорога вот там вот идет. Сейчас по ней уйдем. Блин, вот эти вот насекомые какие-то чумовые вообще. Вылезли. Тепло. Плюс. Вот, сейчас, короче, возвращаемся на дорогу с посадок в посадках. Ну, как обычно. Поздние советы. Ой, блин. 61-й годик. О, здесь, конечно, ходить удобно, но хрен мы здесь что найдем. Вот так вот нам на дорогу. Я знаю. Поступил сигнал с посадок. Ну, вообще, я, конечно, не ожидал. Хотя здесь вот, как бы, там дорога. Где посадка кончается? Нет, Игорь, это не лопата. Не лопата? Это была позолота. Скажи. К сожалению, сохран у него. Ну, сохран-то да, здесь. Смотрите, что нашли. Штурвал. Но я тебе могу сказать, что это была позолота. Скажи. Сейчас покажу. Он же медный, не латунный. Сохранчик, конечно, не очень. Точнее, совсем не очень, но целый. Что, в принципе, не может не радовать. Короче, я про что рассказывал. Оттуда шло ответвление, вот где-то в этом районе, ну, здесь сейчас, понятно, как бы это советская посадка, и к реке. Может быть, вот тут оно было. Тут же все плюс-минус 50 метров, а то и больше. Ух, как они качаются-то. Почему вечер? Ветер дует. Подожди, они качаются. Видели? Так, у нас, походу, Первая империя. Вот она, дорога. Мы на нее вернулись. Возвращаемся обратно. Че это хоть? Николай? Сохран? Слушай, вроде как живой. 903 год. Вроде как живой. Вот какая-то фантастика. Чего? Тебе все надо делать. У меня сегодня руки крюки. Сегодня за все. Все надо делать. За все цепляюсь, за все это. Во. Вот что это? Да, она живая, в принципе. Вполне. Андрюхин растворчик сделает свое дело. Оп. Слушайте, ну имперчику дали. Вообще замечательно. Просто замечательно. Ветрище такой сильный, просто. Ощущение, что сейчас деревья валить начнут. А деревья здесь валят. А, 905. Грунт здесь такой мягкий, выворот немного. Идем по дороге. Вот так и возвращаемся сейчас понемножечку. Опять во враг вот в этот лезем. Время осеннее, быстро, течно. Опять совет. 48-й годик. И сейчас будем поподробнее, пока идем до машины, не очень далеко. Друзья, вначале вот мы спускались в этот овраг. Здесь я щитовичок поднял. Сейчас иду, махнул чуть выше. Пятачок 30-го года. А что же я сразу не прозвонил? Вот бывает такое, вот такой подтертенький. Сейчас надо посмотреть вот эту штуку. Итак, друзья. А не снять ли нам отчетец сегодняшней вылазки? На самом деле удивительно. Надолбили монет. Количество. Совершенно новое место. Соответственно, еще и заросли.
Редколесье, березняк. Ты что там выгребаешь? Десюнчики твои грибы. Десюнчики? Короче, в общей сложности. Сколько там получается? Не знаю, я не считаю. А это все, наверное. В общей сложности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 монет. Крестик, пломба. Что за пломба? Советская. Советская пломба. Там конина какая-то еще. Вот так. Сами не ожидали такого результата. Господи, а тут-то у меня что? Репьи, что ли? Ладно. Так, сейчас. Ой. Оп. Сами не ожидали такого результата, но, в принципе, нормально. 15 монет для Подмосковья. По Подмосковью сегодня шастали. Вполне себе прекрасно. Следующий выезд, наверное, будет опять любимую Ярославскую губернию. Там-то как-то поинтересней. Ну да. Надо там нам вернуться в место, где мы нашли огненосный крест. В крайнем, наверное, видео. Ну, в одном из крайних видео. И поизучать этот лес. Кстати, где мы... у меня трешка 33-го года очень некачественная. А теперь качественная. Теперь будем. Короче, поизучать этот лесок на предмет. Мы там с разведки пробежали, как бы, да, и нашли три находки. Там пугирька, крестик, что-то еще. А, кольцо вот это с домиком. Теперь этот лесок надо позвонить поподробнее. Ну что, на этом ноябрьский выход наш дошел к концу. Спасибо, что с нами гуляли по этому замечательному лесу, который нас сегодня с утра позвал. Ну и все, наверное. Всем здоровья и пока!